Всем привет! У нас сегодня классный повод. Мы возвращаемся с Олимпии, с Лас-Вегаса, с командой. Сзади почти вся команда USPA. И у нас отличное настроение. Но одну историю я вам все-таки хочу рассказать. Мы выиграли и после этого решили еще заявиться на GPC. Чемпионат мира проходил там же, в Лас-Вегасе. Недалеко, в гостинице даже, в которой мы жили, с Гейти. И пришли на взвешивание всей толпой, и выяснилось, что Андрей Поле и Илья Кокарев, он там, он сзади болтыхается, самый разрисованный и самый у нас заслуженный чемпион всего на свете, абсолютный ВПО, мы не допущены на взвешивание. Президент GPC России, он же и ВПЦ, WPC. Юрий Устинов оставил списочек, на котором написано Russian Team, Полей и Кокарев не допускать на взвешивание. Причина, ну, у нас личные с ним отношения, взаимо-нелюбовь такая, это как бы объяснимо. Ну, почему Кокарева не допустили, я не понял. Он спонсором очень часто был у Устинова. Лифтеров спонсировал, в том числе, постоянно ВПЦ-шных. И не знаю, за что его там наказал Устинов. Еще два человека, Мистратов и Бубнов, тоже у нас призеры Олимпии. Их допустили, но с оговоркой, что они договорятся с Устиновым. Они договорились с Устиновым, заплатили ему по 5000 рублей каждый. Это не считая взносов и штрафов в GPC. Это нормальная такса для России. К слову сказать, допустим, украинцы не платят, да и вообще никто в мире из GPC больше не платит ничего лично президенту, который наш Юрий Владимирович жил, значит, в Венеции. Это самый дорогой, один из самых дорогих отелей в Вегасе. На соревнованиях по GPC он не появлялся, никому ничего не помогал. Ребята выступили, нас не допустили, но Мистратов и Бубнов после того, как оплатили, ему лично по 5000 отправили рублей, и потом оплатили все взносы, они выступили. Но никто, у них там были проблемы, апелляции никто не подавал, представителей GPC от России не было. И когда вручали вот эту доску за Russian Team, у нас попал в абсолютку, занял 3-е место, забирать ее некому было. Поэтому ребята забрали, и, в общем-то, если она никому не нужна, мы решили GPC России здесь вот похоронить. Мы приехали сюда, на эти прекрасные острова в Аризоне, на остров. Здесь вот плотина Гувера недалеко. Отличное место, классное просто. Здесь мы эту досточку и похороним GPC России. Ну а поскольку Устинов у нас является президентом и GPC, и ВПЦ, и еще хреновые тучи представляет федерации, чтобы собирать бабло со спортсменов, просто за то, что он такой офигенный и он такой ушлый, мы эту досточку решили здесь похоронить все вместе, командой EPL.